Папу и нормально. Ну а перед началом просмотра Twitch VTF, где сразу я поставлю лайк, я, кстати, подписываюсь. Вы не пойму, у вас какой по счету уже канал? 135-й. Я, кстати, подпи. Беспредельщики, это какие-то гопники. Давай, Дирекс. Вернулся. Спасибо. Я бы хотел вам сказать, что мы сейчас, кстати, вот совсем вот буквально сейчас, да, вот наконец-то вот сделали вот мерч наши вот красивые, смотри какие, видал? Вот по ссылке внизу в описании зайдешь, короче, увидишь. Но здесь, правда, половину уже раскупили, и размеров очень мало, но мы сейчас еще заказали. Так что держи в курсе. Я, кстати, думал, я сейчас разденусь. Скин Чарльз Норман. Там у меня красивый вот этот вот. Вот хотя да, методиков забанили. Так что... Нет, ты здоровая, Ксюш, ты здоровая? Да. У меня одно полотенце для всего. Ксюху мылом может пизду помыть, ей ебальник потом. А что тут такого, боже, блядь. Член, блядь, на моем полотенце не должен, блядь, быть. Почему такая дискриминация члена? Слушай, подожди. Главное, чел, внутри человек. Подожди, а... А в смысле погромче? Это максимальная громкость. Это типа, я хз, это видос тихий? Это видос тихий. Да это тишина просто у них постоянно. Громче, это у них тихо. У меня... Я не знаю почему, на Twitch VTF, ребят, сделайте погромче звуковую дорожку, все жалуются. Это именно вот у вас, вот до этого смотрели, нормально все было. Это... Подождите, а... У вас сколько вот этих вот в ванной висит? Подожди, а как у меня-то дома? Моделист, да, термит. У меня-то как дома? Одно? Почему папа? Может, два. Деда? В смысле? Не, ну это папа. Я со своей живу. С красивой. Знаешь, какая красивая? Я тебе потом покажу скоро. Фига чё. Я хочу... Простите. Сколько у нас? У нас три. А, нет! У нее гвоздик отдельный. Я только сейчас это понял. У нее отдельный гвоздик. Причем у меня вся батарея, весь этот гусик, вот этот вот, этот полотенцесушитель, а у нее гвоздик отдельный. Поехал, артиста. Главное, братик, брат за брата, за основу взято. Понимаешь, вот братанчик, когда ты берешь... Я какой? Это мой папа, да. Слишком молодой для папы. Да, ну... Да, ну... Такой же вещь, знаешь, от жизни уставший. Поэтому никогда не покупай вещи, братанчик. Он сам сказал, что я его дочь. Все нормально. Нормально, рыпанул? Это... Я просто в самом начале сейчас нахожусь в своей карьере рэпера, фристайлера. Поэтому... 19. Лайк, нормально? Чини. Нормально? Не, ну это было, это начальные мои треки. Это будущий хит. Это будущий хит. 12-10. Это рофл про то, что он сам сказал, или но. No. Он сам сказал. Но ситуация моя получайте кутерышки. Эта песня посвящается братишкину. Твой минус суши. Кто сказал погромче сделать? Меня сейчас чуть. Ухи не вывалились. Класс. Плюс чувствую привет. Воф, воф. Вор. Слушай, ладно, я сегодня разбираю ёлку, на завтра по-любому ебаемся. Добро? Алло, добро? МЖ, МММММ. Кица. Да. Кица. Кица. Блин, а классная. Дай зуб пацана. Ой, ясно. Динамо. Буду тебя лупать. Завтра мы уже не будем. Так он писал, он беседе писал. И он, по-моему, говорил, реально, вроде бы клип был. Нет, в прямом смысле слова.
Киця. Поїхати. Киця. Ля какая? Я автомеханик. Эй, привет, красавчик. Чё, техосмотр проходить будем? А покажи, что у тебя под капотом. Та-дам, та-дам, та-да-дам. Найсу карты рофлы. Я прошел бы того, да. Нет, она дорастет у одноклассника, ему чему 17 максимум. Да в смысле погромче, да это... В каждой тиме есть такой дурачок. Удачи. Там вроде зиплайн есть, там зиплайн есть. Чеки, Крамер, справа тебя. Есть зиплайн там? Руку, парни. Вот смотри, я трусики оттопырил, смотри. Видишь? Тайминг. Смотри. Смотрю, ничего не вижу. Ах ты сука! Давайте договоримся. Вы не используете такую лексику, а я... Дайте Картер мужчину. Не веришь, что я сначала назвал тебя дочерью, а потом... Да в смысле? А чё такого-то? Обидно, да. Очень царапина чешется, помогите, пожалуйста. Мы, кстати, сегодня с вами Resident Evil. Проходим. Evil. Вы, кстати, вот ты меня спросишь, вот, а как попасть на стримы по Resident Evil? А я тебе скажу, вот там вот про деньги сейчас говорили, как поднять, а я тебе скажу, как просто попасть на стримы. Каждый день в 20:00 стримы по Resident Evil 7. Да. Блин, папа за счет меня, блин, на это пиарится, блин. Этот папа капец, конечно. 3, 2, 1, гоу! Лего Делёж смотрит, мой папа. Я так и знал, что это подставит. Так. Сейчас. Это визаж, да? Это визаж? А сырок есть, мам? Говноденно. Бутерброд с сыром, сырком сделай, пожалуйста. Бросить камень. А ну. Да. Бутерброд с сырком. Сюда. Или сырок с бутербродом. Всем, кстати, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Да, кстати, приятного аппетита вам, ребята, блин. Приятного! Много чего за 540 гривен. 540 гривен. А сколько сейчас 500... одна гривня? Гривня. Я не шарю, спасибо. Лиза своему реальному отцу... смысле. Кто ничего не правда. А сколько гривня сейчас одна? Чё кушаете? Была когда-то, по-моему, 4 или 5 рублей, а сейчас... Гривня. Два рубля? Два рупия стало? 40 гривен. Звоню на номер 500. Это не... Короче, о том, как я пользуюсь с техникой. Всей. Не понял. Нейс Алиса работает. Сейчас было. А что он так работает, блин? Мы смотрели... А, мы не... Мы смотрели тайминг. Этот выпуск? Тайминг. Лиза, да чекну я. О. Ну да, значит, налер не работает, блин, говорю. Блин, стримерши. Что вы здесь делаете? Почему вы не на Твиче? Ах, ха-ха-ха-ха. Очень многие девочки на Твиче, да, они такие. Очень даже в Дубае. И там нету какого-то... Не, ну... Короче, я об этом не думала, слушай. Я вижу только... О, очень клёвая девочка. Это вы где по-маньячьи? Чего пало вообще? Не клипьте, это ни в коем случае. Заклипите, потом все будут думать, что я хожу по Твичу и такая... О, какая девочка. И пошла. Лиза, папе доносит. Да, я да. Рома, здрасте. Ксюха, ты мне дать хотела, ты шо? Модестом, да. Это ж Ксюха, значит, донат. Модестом, да, нормально. Ксюха, блядь, я тебе там хотел заднюю передачу включить. Все? Через черный вход войти, ясно. А, фэк? Ну ладно, если фэк, то хорошо. Тогда наша договоренность в силе. Кыца. Не знаю, ну короче, я у меня к Хоми поменялось отношение, она прикольная. Давайте я повторю. А что я сказала?
Я выбираю репорт за сиськи. Поняли, да, что делать? Как говоришь? Ща, подожди. Я куда надо скину. Ща, а можешь еще раз повторить? А ну-ка, дорогая. А ну-ка, чики-брики. Репорт он за сиськи? Ща, я напрямую скину. Привет, Айш. Вообще изи. А что я сказала? Сейчас по ускоренной программе оформят. Давай, мать. Maybe, baby, 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 maybe. Чё-то там та-тай-тай. Не надо плагиатить. Вообще, блин. Что это плагиатить? Да, это... Ремзи, здорово. Меня зовут Августина. Бля, жизнь руки под стол. Меня она тоже из-за света странного цвета получается. Я не могу, блядь, ты заебал флудить, сука. Я только стрим рубила, пошел нахуй, блядь. Блин, найс, конечно, эти. Я просто бездарь, которого никто не смотрит. Ну это похоже на сосок, могут забанить я за это. Я просто бездарь, которого никто не смотрит, блядь. Накрутила себе фолловеров. Фолловеров накрутила, зрителей не накрутила. Какой у нее обычно этот... Это трап. Онлайн. Что за дичь, как стример смотрит стримера, который смотрит стримеров? А так в смысле, блин, так это сам ты дичь, конечно. Героям слава! Че это за игра? Я тоже хочу в такую поиграть. Героям слава! Че он ржет? Прикинь, сзади в игре на ухо подошел, ему ствол просто к башке приставил. Герой. Ой, бля. То есть ты доверяешь сайту Player.ru? Выпрямитель я волос? Знаю, что... Я ни одного вашего сайта не знаю. А что такое выпрямитель волос? А что такое выпрямитель щипцы, волос? Чтобы... Вот, ну, папа, ну я же показывала. А что это такое? Так там же фотка была, ну. Армор, здорово. Около 5К. А что такое выпрямитель? Онлайн? Really? Плойка. Плойка это PlayStation 4, не надо мне врать. Ну, девки, где странный в чате? Ну, кто-нибудь напишите хоть на YouTube в комментариях. Шить для чего? Волосы ну, выпрямлять. PlayStation. Не надо мне здесь ломать стереотипы. Надо узнать. Что, у меня у моей тоже такая херня дома есть? Не, я бы выкинул. Нет, я приемная. Я сейчас с биологическими родителями живу. Блин, глаза так-то лютые. Я так с утра выгляжу. Это знаете, когда еще косметику не до конца смыл? Вот так же. И бровей нет, точно. Вот так я и выгляжу с утра. Вы что думали, я там делаю? Все водичку наливал. Пугался, обосрался. Чего я тебе водичку налил? Я же не дома стримлю. У меня водичка в баклажке. А к баклажке кранчик. Он мужик, кранчик. Но не понимает, пределом. Что такое выпрямитель. Да. Не мужик вообще-то, а мужчина. Мужик это обидное слово, о, если кытя. Чё. Кытя. Дали мне слово. О, блядь. Ух ты.
ты, я педальку нашла. Педальку, я головой въебався, что ты нажала? Я нажала педальку и дверь, он опускается. Ты нормально? Я чуть не впав, я думал, то есть, блядь, господи. Ты нормально? Я думал, машина покатилась, я башкой въебався. Йо, собаки, я Дуруда Узумаки. Здрасте, здрасте, Лиска. Тебе прям особенный привет. А вот приветики, конфетики. Понятно, все. Здорово, Даруда. Как дела? Как жизнь, молодая? Я киберк, не обидно. Педальку вона нашла. Можешь пробежаться? Я проверить хочу. Я даже вот так сделать не могу. Тут ничего не трясется. Просто чекайте. Ничего не трясется. Я прыгаю, тоже не трясется. Грусть. Поэтому вот и все. Че заплачу, да? Даже не знаю, что сказать. Как у вас дела, чат? О, кстати, мои волосы так потрясны. Жизнь трещину дала. Обидно, да? Ракурса. О, привет! Чтобы мне знаешь, лица не было. Ох, как. Ребят. Блин, Юзи, по-моему. Я смотрю, у вас... Вот все говорят, что Юзи скатился. Так нет, ведь он ведь вот... В отчете, если вы понимаете, о чем я. Блять, так впадлу, типа лайк, мем смешной, лайкни, блять, тварь ебаная, лайкни, блять. Мне уже в школе три замены подряд говорят, что мне фамилия красивая. В смысле, самооценка на дне. В смысле, а че не так? Это дают, долбоёб. Тебе деньги дают за то, что ты по дефолту, блять, делать должен, нахуй. Туда их. Может тебе деньги платить, блять, за то, чтобы ты дышал еще, блять, дох, нахуй, косарь. Без вести пропали три видеоблогера. О, а я говорил, ютубом заниматься, это вот это вот. И, кстати, кто не подписался, вот вы вот смотрите, да, вот этот вот, кинострашилку эту. А ты подписался на канал? Вот на ютубе колокольчик поставил? Поставил? Колокольчик он... Поставил, нет. Он звонит уже, а там идут. Мне страшно. Поставь. Блин. А, на ютубе колокольчик поставил? СК реальных зрителей. Я... А, все, я понял. Шучу, шучу, блядь. ГГ, ГГ. Да, ты так пошутил, конечно. Ты все хорошо, наконец-то сдал фокин штуцер, жизнь налаживается, началось у вас что, как чекаво время. Да в смысле, не, чего-то, да в смысле вовремя. Да, короче, блин, я не знаю, так получилось. Одноклассники говорят, что ты насосал. А, да забей. Подожди, замена мужики? Но раньше я сделала другие вещи, сейчас в основном угар идет. Ну и чё? Весело же. Блядь, челлендж! Как говоришь? Когда я... стул куплю. Глазкам больно, да? Ни разу не видела, что запалила, короче, трусы. Ты чё творишь? Ай, бурно... Ты куда свой... Чебупелю свою выставила? Ты чебупелю? Чё? У тебя тут пол твича улетит просто в банан сразу. Блин. Три ЧВТФ, вы чё, Кондратий, хватит, я в страшилке так не боюсь. Я так, осуждаю. Здесь чужой чебупель увидеть. Наверстывать упущенное. Бля, что писать? Заебали, бля, что писать? Мало того, что играть не хочу, ты почему не знаешь, что понимаешь? Ладно, первое Г, а дальше что? Он не находит даже. Да чё он жутит? У меня спина вяла, блин, да. Гомба, не можешь один, но... Да больше я не буду играть. Суждаем, суждаем. Гомба! Иди капсом, капсом, гомба. Она сама тебе найдет дальше. Гомб, капсом, большими буквами, русскими. Как в фильмах показывают отсосать. Типа, пока стоим в пробке. Подбежала такая и... Осуждает. Тупо осуждает. Блядство, разврат, наркотики. Хай, не. It's a gift from Praetorian. Карнавал великой щедрости продолжается.
Для как креста ползет. Лол. Секс просто. Мать! Мы с тобой. Да ты. Да стоять не надо. Руку. Я, когда меня троллят, я делаю вот так. Я перехожу в нападение. Хуяся, куда она делась? В смысле? Кря-кря-кря. Я так пробовал, мне так не получилось. Из чего у нее стена? Чё, в смысле, подождите, это чё, это реально бумажки? Меня троллят, я плачу. И я. Это стикеры? С чем? Почему он ненавидит веслоухих? Да не все веслоухие такие, какие он говорит. Есть хорошие веслоухие. Это зависит от воспитания. Веслоухий кот. Смотрите на его лицо. Он точно вообще не будет от себя. Просто посмотрите, как он выглядит. Вот знаете, ЧСВ. Есть люди, вот, которые кирпича постоянно просят. А вот теперь я знаю кошек, которые... Прям вот у них морда, прям вот знаешь, вот прям просит прям. Ну, хейтер, блин. И собачек. Ты мне с детства ненависть. Что, в квартире бегали. Не понимаю. Они добрые должны быть. Они вот это вот, которые вот хочешь погладить, он весь как этот. Посмотрите, бля. ХЗ, у нас у дяди веслоухая кошка. ХЗ, вот она добрая. Ну, типа, они ее, конечно, иногда мучают, но не знаю. Очень даже добрая кошечка. Это кто на дядю Лёшу бычь? В смысле, я не бычу, но просто, типа, есть реально. Они, может быть, и единицы, но есть веслоухие и добрые. Чирик, здорово! Все хорошо. Много капса было, но я пропущу. Не воспитание для веслоухих — это ничто. Это характер зависит, говорю, как владелец. А, ну, может быть. Смотри, проверяй, на ютубе будет 1 000 000 просмотров на этом видео. Знаешь, что эти кошки делают? Вот сейчас скажу Жизу, смотри, проверяй. Они дадут тебя погладить. Ты такой начинаешь их гладить, а они что делают? Они тебе дадут к себе вот так прикоснуться. Типа с тобой играют, они вот так вот лапочкой тебя прихватят. А потом как оторвут тебе пол руки. С задними лапами. А, да, 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 как они тебя укусят. Да, вот это такая жиза. Просто минус руки, минус жизнь, минус вообще все просто. Во-во-во-во, педалями. Вот это вот у всех было когда-то. А это я вам отвечаю, это те, это жиза, это у всех. Это вот абсолютно у всех, это со мной все согласятся. Открываю пивко, наливаю стакан, закрываю глаза, сейчас мне будет легко. Открываю, вот это красава! Пивко, вот это я понимаю. Стакан, закрываю... Ой. Прям сейчас бы тоже бы шибануть бы немножечко. Я покрасилась. Хватит, пожалуйста, это использовать такие слова, что тебя банят, блин. Котя ревнует. Жожа, здравствуй. Неправильно надевает. Мне интересно, чем ты мне скажешь. Да ладно. С Милайном желать смотреть? Чё? В смысле, РМЗ 81. Короче, здравствуй.
Блин, вообще не смешно, Румфл, я вспомнила, что сегодня 1 апреля, блин. Че, не за канал? Ой, я не знаю, это надо было в моментах смотреть. Вот конкретно в этом выпуске. Прям вообще прям, барабанщик лютый, не говори. Рамзес, у меня редко такой онлайн. Там басист нормальный. Просто минус соседи. Где там проводов? А мне говорят, что у меня по словам проводов много. Мощно. Ссылку дать. Так. Тут есть ссылка на канал. Предложка чекнешь. Maybe. Так, а чё там? Они по порядку. Вот это, скорее всего, они. Ну, короче, поищу вот тут. Или вот эти, наверное. Или вот эти вообще. Хард гей. Успокойся уже. Сидишь, 3 часа спамишь, что я гей. Маму я твою люблю. Успокойся. Натурал я. У мамы спроси, подойди. Но не мог я по-другому. Вот, но не мог. Здравствуй, сынок. Я твой отец. А! Блин, сколько у меня братьев. Обижать людей надо уметь. Конечно, выражение лица, я примерно с таким же танцую, ладно. Это высшая школа обижания людей. Банкста. Держу в курсе. Минус додик. Эх, мне бы такой свисток, я бы точно бы здесь бы не стримал. Кто, сука, клипанул-то? Ну что ты за дурак-то за такой, кто вот эту дичь клипает, блядь? Там голые сиськи. Блядь, нахуй, ебать.